Свободу безмятежным собранием требуют активисты всеукраинской инициативной группы «За мирный протест». Защитники прав украинцев обсудили тенденции разгона и запрета митингов в стране за круглым столом. По словам правозащитника Владимира Чемериса, с начала Евромайдана по сегодняшний день в этом направлении ситуация только ухудшилась. Одесса на втором месте по запрету мирных собраний. Протягом 8 місяців 2014 року в Одесі було 16 рішень судів, за якими мітинги були заборонені. Причому заборонені як і мітинги, умовно кажучи, прибічників Майдану, так і прибічників антимайдану. Шмушкович против Украины. Первое дело по теме мирных собраний, которое попало в Европейский суд по правам человека. По словам первого зампредседателя Одесского облсовета Михаила Шмушковича, из-за мирных пикетов возле мэрии неугодный экс-городскому главе Эдуарду Гурвицу оказался в суде. Судья ничего материалов дела не читал, это было внимание журналистов к этому вопросу. Я даже пообщался с судьей перед заседанием, вышел из нее в полной уверенности, что она все понимает и никакого решения принято не будет. В результате как бы был присужден, слава богу, не арест, а административный штраф. В конечном итоге Европейский суд оштрафовал Украину за незаконный запрет пикета Одесской мэрии. В ходе встречи Михаил Шмушкович пообещал продолжать оказывать максимальную помощь в борьбе за проведение мирных митингов в Одессе. Анастасия Большедворова, Алексей Мураховский, Думская ТВ.